Всем привет, меня зовут Макс Приходько. Я приветствую вас, дорогая моя аудитория, дорогие друзья, те, кто просто случайно зашел на мой канал, те, кто не знаком с моим творчеством. В этом видео я хотел бы рассказать вам то, как я похудел и как я сейчас питаюсь, ну, стараюсь, по крайней мере, питаться. Похудел я, в общем, этим летом, я занялся собой, я начал худеть где-то в июне. Я начал худеть в июне, перешел на правильное питание и, ну, начал заниматься спортом. Раньше, когда я был полный, я вам, несколько фотографий я вам прикреплю сюда, видео, или одну, или несколько, каким я был и какой я стал. И вы увидите разницу. Вот, и я раньше перепробовал всякие диеты кремлевские, диеты Дюкана и... Знаете, какая-то фигня была, ничего не помогало. Но потом я начал смотреть всякие видео познавающие и нашел как бы способ. Я начал просто правильно питаться, кушать по 5-4 раза в день. Нет, даже 5-6, ну 4-6 раз в день. Это завтрак, перекус, обед, перекус, ужин. То есть на завтрак у нас было... Я всегда употреблял на завтрак... яйца, да, белок яичный. На перекус у меня потом шли овощи или фрукты. На обед я всегда ел, кашу какую-нибудь. Хотя многие говорят, что кашу лучше есть с утра. Но я не знаю, я не могу есть кашу с утра. Вот. На обед я ел кашу гречневую или рис кушал. И какое-нибудь мясо, куриную грудку, например, ну и салат. Кушал салат. То, что мне звонит. Ладно, потом отвечу. И кушал салат. На перекус у меня потом был творог. Я сразу говорю, что я творог не люблю. Я никогда его не ел. И поэтому я всегда ел, ну, либо фрукты, либо салат делал. Вот. И на ужин у меня было мясо, были овощи и... Ну и все. Потом... И в течение дня я обязательно... Сейчас... В течение дня я обязательно пил воду, ну, я стараюсь пить много воды. Кстати, сейчас попью тоже. Вот. Весил я вам скажу, я весил где-то под 80 килограмм. Да, это очень много. Весил я 80 килограмм. И потом я начал худеть, и в итоге я похудел где-нибудь, ну... До 68, получается, на 12, да, на 11 килограмм, где-то 68-69. Вот, ну я думаю, вы результат увидите. Сейчас у меня вот начали, как бы, хоть кости появляться, шея видно. Раньше вот, ну, вы увидите фотографии, что раньше у меня не было видно ничего, вообще ничего не было видно. И вот, и я скажу вам, ребята, что правильно питайтесь. И занимайтесь спортом. А, да, про спорт. Я хожу еще в тренажерный зал каждый, ну, 3 раза в неделю обязательно. Понедельник, среда, пятница. И в понедельник у меня, что ли, грудь, бицепс, тренировка. Во вторник спина, трицепс. И в пятницу ноги и дельта ноги. Ну, это как всегда получается. Когда, ну, не получается ходить, когда, короче, иногда смещается, вот. Ну и дома стараюсь кардио заниматься, там, всякие прыжки, знаете, там, Insanity тренировка очень хорошая. Insanity, да. Шонти. Вот. Так что, ребята, я вам советую, правильно питайтесь, занимайтесь спортом, обязательно пейте много воды, она очень помогает в жиросжигании и выводит всякие шлаки из организма. А вообще, рецепт похудения очень простой. Ешьте меньше мучного, сладкого и кушайте больше овощей, клетчатки и фруктов. Ну, хотя фрукты – это углеводы. Не знаю, цитрусовые тоже помогают. Грейпфруты кушайте. Там хотя бы один в день точно ешьте грейпфрут. Ну и все, с вами был Макс Приходько. Ставьте лайки под этим видео, пишите свои комментарии интересные, задавайте свои вопросы к предыдущим видео и выпускам, я буду отвечать на них. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, я, ну, ссылку внизу в описании оставлю. ВКонтакте добавляйтесь в мою группу и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!